Всем доброе утро. Ну, как всегда, перед работой заскочил в гараж посмотреть, какие тут страховые машины появились. Но такая машинка закрыта, не судьба. Вот автомат, она 2020 года. Вот ее вчера выставили. 8250 евро. Заводится все. Вот такие у нее повреждения. Ну, с ценой, конечно, насчет цены еще, конечно, можно разговаривать. Ну, там вся подвесочка пошла, все. Все равно на фотках этого всего не видно. Так, лучше посмотреть. Одна литровая. Да, я уже говорил, 20-й год. Ну, кому интересно, конечно, всегда подойду к ней, недалеко от меня. Еще такая Peugeot, но я спросил, она не заводится. Так что как-то и смысла не очень есть смотреть. За черт его знает. Ну так, чуть покажу, если интересно, кому. Еще и подушку получите. Маленько. Тут еще такие машинки. Ну, эту я не видел, еще не выставили. Ну, на всякий пожарный сейчас засниму, что если потом фотографии появятся с ценой. Так, эту я вчера выставлял, она есть, стоит у меня в группе. Кто, если еще не в группе, переходите в группу. Там выставляю фотографии машин с ценами. Это еще только появилось, еще они тоже не выставлены на продажу. Так что я еще никто не видел. Цены даже я еще не знаю. Но сейчас пойду узнаю в конторе. Номера засветить, тогда посмотрю, что за машинка, какого года. Там еще несколько машин есть. Ну, если кому-то интересно, сделайте скриншот мне, отправьте, могу посмотреть. О, это купешка или что тут было? Где-то неделю назад появилась. Что? А, да, у нее задница битая. Кабриолет. Ну, это уже месяца два стоит. Я спросил, вот все, она говорит, заводится, все. Может, самому посмотреть, прикупить ее, с ним поговорить насчет цены. Ну, там далеко уже не пойду. Это еще на продаже стоит. Тут почти все продано. Там сзади еще видел пару машинок. Одна из этих была продана, я не помню, но почему-то еще наклейки нету. Тут все продано, продано, продано. Ну, а тут еще пару машинок стоит. Тоже так, чуть номера покажу. Кому интересно, спрашивайте. Ну, а там уже все остальное продано. Это вообще не битое. Ну да. Ну про нее тоже спрошу. Чтобы там сюда не бегать. Ну, такой маленький обзорчик перед
началом рабочего дня. Кому что интересно, пишите, переходите, кто не в группе, в группу заходите. Все, всем спасибо.